Доброе утро! В преддверии Нового года я хочу рассказать вам об альтернативе срезанных елок и сосен, которые мы выбрасываем. Это комнатные хвойные купрессус или комнатный кипарисовик, можно еще так назвать. Растение, которое радует нас и хвойным ароматом, также с небольшим ароматом или примесью цитрусового запаха. Он активно растет до 1,5 метра, радует нас своими формами, красивыми, такими колоновидными. И на Новый год мы можем украсить это растение, то есть получилась елочка, вот как в этом экземпляре. И в течение всего сезона мы можем его выносить либо на мансарду, во двор, либо в помещении, радовать себя и окружающих его красотой. Растение купрессус вырастает в комнатных условиях до 1,5 метра. Приобрев в магазине его, нужно на 2-3 день пересадить обязательно в землю для хвойных. Пересаживаем растение на 2-3 день, можно через недельку, обязательно в хвойную землю и увеличивая вазон в диаметре на 5-7 сантиметров, чтобы растению было комфортно и чтобы оно развивалось и вегетировало. После пересадки хорошо утрамбовываем землю, проливаем его хорошо и ставим в более прохладное место на 10 дней. В течение 10 дней он там отдохнет и хорошо укоренится. Переставляем на светлое место, где мы ему решили дать место для проживания. Впрыскивание или дождевание мы производим раз в 3-4 дня, а то и чаще, то есть по сезону. Весной и летом раз в 2-3 дня, в зимнее время раз в 3-4 дня. В межсезонье, это весной и осенью, мы можем практически не опрыскивать, только от пыли, это раз в 10 дней. Удобряем растения с весны по осень один раз в месяц для хвойных растений удобрения. В зимнее время мы можем один раз в 2-3 месяца вносить удобрения, но в 2 раза меньше. Приобретайте такие растения, приносите их в дом, пересаживайте и не покупайте рубленные и срезанные елочки и сосны. Сохраняйте нашу экологию и природу. Всего доброго!